Все, норм? Да. Итак, да, пойдем потихонечку. Итак, я сегодня решил взять инициативу в свои руки и прогуляться с тобой по любимому мной маршруту вдоль реки Фонтанка. Все, что здесь окрестности у нас вами населяют, наводняют, все-таки у нас река. Мы прогуляем, посмотрим, попробуем, куда можно самим сходить. Это твой вдруг... любимый район? Нет, это не мой любимый район, это... незаслуженно обделенный вниманием район с интересными питейными заведениями. Ну и, конечно же, как это обычно у нас в Петербурге бывает, каждый дом – это какая-то история. Поэтому сегодня погуляем, посмотрим, попробуем. Мне вообще нравится, что я пока с начала нашей с тобой прогулки не сказала ни слова. Вот всегда, а я приходил инициативу, вот да, да, отлично. Я просто такой расслабон сейчас почувствовала. Итак, дождемся, пока красный человечек станет зеленым. Ты посмотри, что творится на реке. Артём, творится вообще творение. А ты с ней каталась в этом году уже? Я каталась, причем давеча. Но это был смех смехом. Это знаешь, вот, как говорится, ты планируешь все лето, ну как все лето, июнь, покататься на яхте, и ты дожидаешься, пока будет шторм с дождем, стеной. И это тот самый день, когда мы решили с девочками рандомно покататься. Слушай, ну... Они, значит, навесили этот тент. Угу. Мне сразу стало тошнить, потому что я не могу. Как бы, мне нужно открытое пространство наблюдать. Что тебе даже не спасло твою просекку с клубникой? За счет нашего оператора. Он несколько очнулся. Я немножко испугалась за нашего оператора. Но наш оператор, он всем даст... Я не могу произнести это слово. Не произноси. Короче, обалденно, офигенно, но я поняла, знаешь, что про себя? Такую вещь. Ты вообще любишь кататься на катерах этих? Ну, слушай, вид на город с воды, он совершенно другой, поэтому да, наверное, мне доставляет. Я люблю. А мы, знаешь, типа на таком, на среднепрогулочной скорости, а я люблю вот как... Дай чтобы скорость, банке, так и да? Да, чтобы оно вот так. И, короче, тогда не тот транспорт ты выбираешь для катания. Такое, знаешь, классно, но несколько... Да. Мы, наверное, сразу начнем, просто возьмем быка за рога, если быть точнее, то птицу за крылья, и завернем с тобой на Фонтанку 69. Если ты понимаешь, о чем я. Здесь у нас с тобой будет находиться... А нет, я не понимаю, Артем, о чем это ты? Это адрес в Петербурге, который находится на... пересечении Фонтанки и Апраксина переулка. Да. Уносит адрес Фонтанка 69. А что ты так заулыбался? А потому что сейчас у нас с тобой луна в знаке как-то рак. Обрадовался. А рак это у нас ты. Ну, то, что ладно, да. Так вот еще и если посмотреть по зодиакальной системе, это как раз 6-9 перевернуто, ракообразно. И мы с тобой а как вот раз это, 22 июня начинаем в этом прекрасном заведении. Артем, он ведь не может, да, ну, без этих вот рачьих мелочей. Здравствуйте. Слушай, и тут я в первый раз вижу, что еще и магазин винтажных Здравствуйте. Подарков. Здравствуйте. Магазин вот винтажных подарков. Получше. Это как раз специально для меня. Винтажные подарки. Ты винтажные подарки, это просто одно самое. Да. Ой, тут этот прям дымком так вкусно. Копченая штука. Да? Так, что, мы с тобой, наверное, на ход ноги. Давай на ход ноги чего-нибудь выпьем. Можно нам? У них удивительные настойки. Собственного сочинения. Я знаешь, у них была не так давно, когда я попробовала настойку на селедке. Не очень. Как она называется? Стрёмен какой-нибудь. Очень стрёмное да, название. Это воняло этими носками сочетание с сельдью и луком. Ты сейчас отобьешь у меня все желание просто вообще пробовать. Все уже не 69. Слушай, а что здесь нет, то самое. Которую я бы хотел выпить. А что ты бы хотел выпить? Я бы хотел выпить, знаешь, чего? Ну-ну. А, нет, клюква и сагандаля. Вот о, давай мне... полугара. Нет? Полугара нет. Сагандаля и клюква – это то, что здесь надо обязательно попробовать. Это просто... Давай произноси это непроизносимое слово. Сейчас молодой человек позвонит. А мы пока с тобой давай посмотрим. Ой, что мне очень нравится? Вот, окна. И вообще... не мой незакрытый гештальт, жить где-нибудь на канале, чтобы выйти вот так, именно в пижаме с утра на канал, и именно в тапках. Можешь не из этого бара выйти просто. Для чего тебе выходить на канал? Для чего? Это, знаешь, ну не надо задавать эти вопросы. На канал, просто, в тапках. Просто, что я могу. Я прям представляю, такая, знаешь, вышла, и
встала такая, стоишь, поддерживаешь. Правда, чашечку. Не так, а в моем представлении вот так. Но в пижаме и в тапках. Да. Отлично. А чижик у нас присутствует еще. А, да, покажи, он, смотри, вот там. Вот они есть. В рамочке, вот там на полочке чижик. И вообще? И вообще название чижик, оказывается, уже есть. Ну, помимо того, что оно уже есть, надо же, наверное, рассказать, что почему. Какой у нас оператор опытный. Подмечает детали. Да. Ну, конечно. У него такая. Расскажи, почему? Потому что лично я... Мне хоть Ротшильд, хоть чижик. А, чижик. О, какие у тебя глаза. Какие глаза. Давно мы не видели их. Голубые прекрасные цветы петербургского неба, да. Так вот, что у нас делает этот чижик в Петербурге? Ты же знаешь эту присказку? Да. Давай ее произнесем. Чижик пыжик, где что был, на фонтанке вот купил. Угу, ты сейчас, по-моему, демона какого-то гуглишь. У меня аж слюнки потекли после твоих. А давай вот смотри, какие хорошие. Давай, вот сюда. Мы можем с тобой вот так вот, чик, рядышком. Прекрасно. Чижик-пыжик где-то был на фонтанке, вот купил, это знают все с детства. Ну, на самом деле, наверное, воду, если детский стишок. Да, кстати. И фонтанка, это все-таки река? Это река. Да. А ты гид. Спасибо. Спасибо большое. А мы уже молодому человеку заказали там две сагандели, пожалуйста. Да. Хотя, на самом деле, здесь из еды я порекомендовал, знаешь, чего? Mm. А, шаверму на тарелке с рваной говядиной. Просто дорогой размос. Оператор, а ты можешь меню снять, потому что оно же очень интересненькое. Да и сама подача тоже неплохая. Да. Ты можешь на нем рисовать, делать заметки, забрать с собой. А тут же типа такой этот русский колорит, да, еды? Да, да. Короче, очень вот. Вкусный тартар, очень вкусная шаверма с рваной говядиной. Настойки здесь местные, поэтому буду горячо рекомендовать каждую из них, кроме, наверное, там что-то чесночное или что-то. Вау! Сагандели, он нас интересует. Да. Пока не спасибо. Не-не, мы сегодня алкаши. Да. Ну что, Артём, во-первых, давно не виделись. Во-вторых, не что знаю. Что еще делать на фонтанке, кроме как пить, да? Да. Все-таки чижик-пужик, наверное, пил. Явно не. А? О. Немножечко кошачьим туалетом пахнет, но я люблю такой привкус. Ну что? А, и тебя с наступающим, я так понимаю. Ну, заранее не поздравляю. Давай по факту. Да, все, да, все. Сегодня с тобой день летнего солнцестояния. Сегодня самое длинное. А только солнцестояние? Сегодня, да. Самое длинное. Вот Артёма ведь не склонись, если даже захотите. Вообще. Саганда или как вот там. Чувствуешь клюкву? Клюква, она где-то очень в глубине души. После вкусия еще идет такое. Кренберис всегда в моем сердечке, да? Да. Ну, Артём, ты начал, конечно, с тяжелой артиллерии. Нет, это прям лайт-версия. Настоечка. Да? Но здесь честные 30, скажем так. Честные 30 градусов. Когда сказал честные 30, это как мой возраст, только чуть преуменьшенный. Это не очень честно с твоей стороны. Это я могу сказать после. Слушай, согревает, согревает просто. Но чуть-чуть вот кошечками отдает. Это что за экстракт? Сагандели, та самая. Ну, такая травка. А, это трава, ну так и говори. Ну, не та трава, но тоже неплохо влияет. Слушай, нормально, только ты решил не пить, да? Нет, я решил пить по чуть-чуть. Только если джентльмен заказал себе, но не пьешь, а я просто пить хотела. А что еще пить, кроме как? Давай мы с тобой вернемся к чижику, иначе мы с тобой просто да, опять ведем какие-то дела. Да, ты не рассказал. У нас с тобой как начинается тема, так она не заканчивается. А, это прекрасно. Итак, чижики. Дороже, кто такие? Да. Чижики – это же собирательный образ ребята, которые учились где? В юридической академии, где-то недалеко от инженерного замка да. На реке Фонтанка. И у них были фалды, да, такие чик. Длинные фалды и красные пыжиковые шапки. Сейчас мы вам все подставим. Ну, кто из Питера и так все понимает, кто не из Питера, подставим. Потому что слово фалды можно... Фалды. Фалды, ну. Да. Вот. И красные шапочки пыжиковые такие. То есть бегали, а по пятницам что им остается делать, кроме как выпивать. Абсолютно наверное. Поэтому над ребятами смеялись, шутили. Чижики, пыжики, бегали по фонтанке, пили различные спиртные напитки. Да. А еще был такой
мультипликатор Резо Бригладзе, насколько я помню. И он создал вот эту маленькую бронзовую статуэточку. Ну, просто как отсылка к этому стихотворению. И разместил его возле инженерного замка, там, в самом низу. Где сейчас все прибегают и бросают там монеты. Да, да. Вечером можно, не знаю, бюджет маленькой страны, наверное, насобирать из этих монеточек. И до сих пор достают магнитиками. Да. Подожди, а этот Бухаев, это не он разве автор памятника этого чего? Птичка, нет, может быть, автор или памятника. Мы сейчас путаем вот эти вот двух. Мы про заведение. Погоди, ты про кого? Я думала, что автор памятника Чижик-Пыжик Вячеслав Бухаев, так, который также создал Довлатова на Рубинштейна. Угу, так. Резо. Мультипликатор. Он путает меня. Я себя, наверное, путаю. Резо Бригладзе — это мультипликатор, который тоже создал небольшой птичковый спектакль про птичку. Это другое. Да. Это другое. Но так как очень хорошо коррелируется с маленькой-маленькой птичкой из мультика, и Чижик-Пыжик тоже маленькая птичка, поэтому у нас соседний как раз рюмочный есть отсылка и к этому спектаклю про маленькую птичку, и к Чижику-Пыжику. Такая мир, дружба, и все в этом мире едино. Не знаю, как вот это будет. Артем, ты как соединишь что-нибудь, так не дать, не взять прям. Я просто очень люблю. Мне не остается ничего добавить. И дома у меня есть глобус. Это просто местный масик. Когда-то, когда еще Артем увлекался модерном, но я думаю, это увлечение у него не прошло. Мы придумали местный мем «Смотри, сова». И каждый человек, он где-то выискивал сов, и потом он кидал это куда-то. Я уже не помню, это куда. Был хэштег, у нас было столько разных чатов, которые причем закрылись. Люди начинали видеть сов вообще во всех проявлениях. Просто два круга. Вот сейчас я сижу, я вижу сов. Сейчас? Где? Ты не видишь их? Вот они летают. О, смотри, одна не села. Здесь такая атмосфера в одном заведении. Рюмочный, то есть ты на ход ноге выпил. Здесь у нас с тобой такой барешник. Ну круто, что окна открыты, вот это все. Прям вот этот соленый воздух, он сочится. Артем, а я смотри, что делаю. Ухожу потихонечку в следующее заведение. Давай. Да? Уходи. Артем гид, который любит бить людей при выходе. Так где? Нет, я тебе даже дверь подошел. Так, что, нормально. Мы вышли на Апраксин переулок, то есть чтобы люди хоть как-то более-менее ориентировались вообще в пространстве. Люди, ориентируйтесь Фонтан в пространстве, это очень полезно. Поворачиваем на Апраксин переулок и двигаемся по прямой. На самом деле у нас с тобой с правой стороны очень прикольно. Розовое здание. А ладно, розовое здание. Это практически у нас с тобой крепостная стена, которая не пускает нас с тобой вот туда дальше, вовнутрь. А что внутри, ты помнишь, если мы... Рынок. Рынок, все верно. Как он называется? Апраксин двор. Ладно, без экзаменов, все классно. Я люблю такую штуку. Артем — это человек, который сам спросил, сам ответил, сам отреагировал. Вообще, Артем, с тобой можно расслабиться. Ребят, поняли, да? Ну что, ныряем в клоаку. А ты хочешь? Я. Давай сделаем небольшой такой тогда крючок. Передадим. Дело в том, что я постоянно хожу этим. Передадим кому привет? Любителям как раз вот этого вот тлена, безысходности и маргинальных мест. Да где тут тлен? Вот сейчас все, как сказать, свернули свои ловчонки. Да. Ни одного тлена. Слушай, есть байка. Вот я хотел с тобой просто, не знаю, перекинуться парой слов. Что, оказывается, под Апраксиным двором есть еще тайный город. Артем, все-таки тебя как бы не обошли стороной, да, вот эти легенды люди. Легенды Петербурга? Да, да, да. Мне прям интересно. Я не обошли, они достойны. Что, оказывается, люди, которые работают здесь, по вечерам они не уезжают, а в Мурино, в Кудрово, в разные районы. Они здесь сейчас? Ну, видимо, рабочий день еще не закончился, да. А я слышала, что кто-то орет. Да. Понимаете, так потом рождаются легенды. Шурчелло, арбуз где-то оттуда, да? Ой, там, кстати, видите, такие хорошие арбузы продают. Кстати, да. Давай посмотрим. А ты видела, сколько они стоят? Дороговато? Роспродажа. Вообще сейчас начался уже кстати, сезон. Кстати, черешня 250, арбузы по 100. Смотри, арбузы по 100 и очень арбузы хорошего качества. А дынька уже колхозница или это? Нет. Это колхозница, по-моему. Мне очень хочется... пошутить, но ты не будешь. Да. А ты умеешь вот так, Артём, сидеть? Колхозница или дынька? Вот так.
Слушай, ну, гибкости моего тела хватает. Это, кстати, очень полезно для позвоночника. Да, могу. Но не очень хочу. Ой, как хорошо, вот вечером. Там, скорее всего, в театр люди идут. В театр. В театр люди решили пройтись по опрашке. Ну, так себе. Мне просто нравится. Мой любимый ход – это от опрашки до Ломоносовского моста. Чик-чик. А, как говорится, две минуты позора и ты на даче. Ака. Вот. Да, а дальше куда? А дальше куда? Ну, просто стоишь на Ломоносовском. Домой можешь пойти, в принципе. Можно и так. Но мы с тобой не пойдем по Ломоносовскому мосту. У нас с тобой идея выйти на Садовую улицу. Вот а для этого идея. Нам надо с тобой я будет повернуть налево. Пойдем. О таких идеях? Нет, мы пойдем просто в обратную сторону от твоего привычного маршрута. А я, знаешь, сейчас вспомнила историю смешную с моей подругой с опрашкой. Так, у меня есть подруга, которая она настолько наивная, что это вообще это очень смешно. Значит, мы пришли, ей нужно было в какую-то поездку выбирать чемодан. Ну, это, знаешь, эти стоят прям вот тут, вот они все тут раскиданы. И видно, ну, а она такая, как бы такая наивняк, начинает выбирать эти чемоданы. А мужчина, ну, явно кто он, из Средней Азии, да, как бы представитель. И он такой, видать, к ней, что, чё, кого, там такой подкатывает немножко. И она все в итоге купила чемодан, а я на нее смотрю, она вообще не замечает, что он к ней катит. И он в конце такой, а может я типа ваш номер запишу? Она такая, а, да, а вы мне хотите ну, предложение по сумкам кидать, чемоданы? Он такой, да, так и запишу. Чемоданы. Я отхожу и говорю, Настя, ты вообще, да, как бы ничего не отдупляешь. Такая, что? Ну, с тех пор, видимо, много чемоданов он мне прислал. Так что, Настя, обзавелась чемоданом? Да, но не всем. Теперь у нее большой багаж. Да, у нее большой багаж. Настя, привет. Ой, слушай, Head & Shoulders. Что такое? Давно не видела их в магазинах. Это что-то из с кокосом. Не то. Глубокое вот, я помню, что в рекламе там типа и когда мыл голову с ментолом, типа такое охлаждение, как там кусок льда вырастал. Да, да. Я даже помню эти ощущения прям холода. О господи, опять мы поняли, да, какого мы года рождения. О да. Недавно встретилась эта реклама, старая реклама, там всякие. Бумер, мамба, мамбу любят все, потом что-то еще. И какая-то очень. И Сережа слез... тоже. И Сережа тоже, да. И какая-то очень такая стильная реклама Steamroll. Да. Steamroll, что-то такое было. Слушай, а может быть что-нибудь с тобой здесь? Купим на ход ноги. Да. Кукурузу горячую. Ты голодный? Я вообще всегда. Набор носочков там неделька. Давай. 30 рублей упаковка. Не, ну тут надо знать места. Посмотреть, поторговаться. Это очень хорошие и трусы, и носочки. Снимай мой аксессуар, говорит. Это она сказала? Это вот молодой человек говорит, снимай мой аксессуар. Я думала, да. Меня не снимай, а чучки снимай. Очень прикольно. Не, а где носочки, трусики, так сказать? Хлопковые, Артем. Я синтетику не приемлю. Вау, какие очёчки! Это же просто masterpiece. Кстати... Это Balenciaga, Артём. Где? А что это? У меня же были красные очки, но круглые мне не идут. Тебя не идут, да. Именно поэтому нет. Ты их всегда носил. Абсолютно верно, да. Поляризационные есть. Конечно, полярики. А, кстати, сколько у вас стоит плюс-минус? А где у вас зеркала? Ну вот, например, где вот такие фиолетовые. Ой, тебе так, кстати, круто. Кстати, приемлемо. Очень приемлемо. Все, Артем, мы, короче, надолго с ним зависли. Мы сейчас, если начнем мерить. Слушай, а у меня очки потерялись как раз. Я в таких дурацких хожу. Да. Сюда поставлю? Ага, спасибо. Так, развлекаемся. А ретро? Не очень, да? Так. Ну ничего так. 90. Давай с сердечками. Steamroll. Вот, да. Ну, Артём, может, мы не будем сейчас выбирать, а то, вот зная это меня, жесть, это зайдёт. Какие ещё квадратные, вот такие половки. Это вообще...
Ну, еще пару голды себе на шее и будет. Ладно, а то мы... Спасибо, хорошие аксессуары. Спасибо, но вы попадете теперь в вечность. И к вам зайдем обязательно. И всем скажем, что к вам приходили. Да, вы как раз на видном месте. Да, ну давай выйдем. А что носочки, трусики? Носочки. Тебе нужны дома, не в чем тебе ходить. Мне есть чем. Точно? Очень точно. Все аксессуары в наличии. Да. Мы с тобой на самом деле не там вышли, где я планировал. Да. Ну, я хотел бы выйти с потрясающим видом на... А тут потрясающий, а тут у нас с тобой, оказывается, вид. А тут дисгастинг вид. Налево пойдем. Налево Садовый пойдем. Придем. Да. Направо пойдем, в гостинке придем. Пойдем налево. Пойдем налево. Да. Ты, а ты застал вот эти времена, когда здесь был свадебный салон? Да. Давай попросим нашего оператора зайти внутрь вот туда. Вот сюда. Оператор может. Потому что мне просто безумно нравится вид на эту кофейню. Это обалденный вид. Просто очень крутой. А кто не был, кстати, ну, на всякий случай, это дом Flow. Сейчас все 4 этажа, отсюда кажется, что 3, а там, по-моему, их чуть ли не, не знаю, 5 или 4 все-таки. 4 этажа. И вот это окно Омега, да, там все равно, там тоже этаж, и вы там можете прям присесть. И там можно забронировать столик и сидеть возле прекрасного модернового окна Омега. Да, и там очень классные книжки по архитектуре лежат, их тоже можно почитать. За чашечкой кофе. Ну и, в принципе, кофе мне там понравился. Очень прилично. Единственный недостаток – много народу, долгое обслуживание. Много девчоночек, уже... стартаперов, которые ну, хотят заработать. С ноутбуками, айс-латте, соленая карамель. Да, именно это. Пойдем на другую сторону. А, кстати, вишневый пирог. Я там пробовала, очень достойный. А, там есть? Да, достойный прям. Ну, не достойнее, чем... Так, мы с тобой поперечим по одному переходу. Давай сюда. Привет. Твои знакомые, Артем? Или... Я гид, я знаю, лидер знает все. Тебя знают все пассажиры Яндекс.Такси. Слушай, пойдем вот к этим маскаронам. О, краеведческое слово, маскароны. Все-таки не моешь, не сумнище, да? Нет, ну смотри. Ты про женщин? Я про эти, вот конкретно про раз, два, три. Во-первых, очень крутая история про именно вот эти вот лица у чижа для олдов. Чиж, Сергей Чигроков. Чижико, ну уж не совсем олды, обижаешь. Ну, не спите мне песни о любви, вечные волосы и прочее. У него оформление первого альбома, когда он переехал только сюда, было взято именно вот с этих вот дам. Вот с этих дам? Вот с этих дам. Я думаю, картиночку можно подставить, найдем ведь? Да, да, найдем. Сюда, слушай, даже я не знала об этом. Да. И вместо хотя вот этого я, прекрасного я реально... лица Сергея Чигракова. Прикинь. Да, в окружении двух прекрасных дам. То есть вот здесь вот и Сергей Чиграков, он тоже плачущий немножко. Слушай, нет, он не плачущий, он какой-то одухотворенно смотрящий куда-то, видимо, в прекрасное будущее. А ты застал вот эти, или ты на посту не сидел, где там их лица то свастиками измазаны, то какими-то кровавыми слезами? Да, все это было. Но это не только на посту, это, я это успел застать воочию. Ой-ой-ой. Да, давай вот этот все-таки барельефчик покажем, хотя он уже... Его показывали не только лишь все и многие. Граффити, да, или что? Ну, вот это вот мне нравится. Можешь так же сделать? А кто это? Автора найдем. Не-не, что это вообще означает? Это вообще глаза. Жмурящийся человек? Жмурящийся. Мне кажется, он немножко напрягается, человек. Нет? Он напряжен. Ну, судя по ароматам банковского переулка... Напряжение спало уже, да? Наоборот, мне кажется, напряжение начинает нарастать. Мне больше всего здесь нравится вот Ипполит. Пасхалка. Да. Потому что буквально в двух шагах на Казанской бары полиции. Это поэтому? Нет, потому что здесь была камера, и из камеры как будто бы лился душ. Это больше отсылка, мне кажется, к Бэнкси, а не к бару и полиции. А Бэнкси у нас знает, ирония судьбы. Бэнкси знает все, лишь часть мировой культуры. Артем, напомню, это же здесь филиал завода «Треугольник». Вот эта вот арочка, вот это вот конкретно флигелек. Теперь я узнал что-то новое. Видишь, я не безнадежна для тебя. А мы идем с тобой в кровавую мере. Так мы туда и направляемся, собственно. Единственное, что мы делаем большой круг, но это только исключительно, чтобы посмотреть места истории отдаленные. Стрит-арта.
Вот здесь вот в фильме стоит ларек с шавермой. И Игорь прям? Гром, да, mm-hmm. подходит и покупает здесь шаверму после очередной какой-то. Слушай, ты представляешь, битва. Я сегодня ела шаверму. Да? А ты? Нет, сегодня не ел шаверму. Ты вообще любишь, кстати, ее? Да, да. Ну, слушай, только надо найти ту самую, которая твоя. На Лисейном нравится себя? Понимаешь, где? Ну, да, вот на пересечении с Невском. Где середина очередь. Там нет никогда очереди. Здравствуйте. Я не приду в 3 часа ночи, там нет никакого очереди. Артем, ну как бы я тебе открою маленькую тайну. Просто приходи туда чуть-чуть пораньше. Все нивелирует у нас. Слушай, отель Богема, охрененная есть история. Давай. Ну это прям душнило краеведческое. Отель приятный или... Ну, своеобразный, да. Можно сказать, что... Ребята, если что, Богема, он находится... Где мы? На Мучном, да, сейчас? На Мучной переулок сейчас проходим. Узенько. Протиснешься. Короче, давай, говори. По легенде, ну, настраиваемся. По легенде, просто хайлайтами пройдемся. Здесь собирались участники заговора, покушения на Григория Распутина. Ну, не в Богеме, а... давай, слушай, зайдем. Там должен сохраниться камин. Еще с буковками ЗР, по-моему. Где лежат останки Распутина, ё-моё. У меня с собой есть целый блокнот, где-то история расписана. Я прям где-то по крупицам выискивал это все. Давай зайдем, посмотрим. Ах, Гришка Распутин. Да-да. Так, отель. Где это... ж ты теперь? Раз, а почему ты пошел так, туда? Это ресторан, а нам что нужно? А нам нужен, ну, как бы... Ну, пойдем, вот так сначала зайдем, пойдем. Четырехзвездочный, смотри-ка. Мне пальцем сделанная колбаса. А тут это что за Рафаэль? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с вашим отелем связана какая-то суперистория про Григория Распутина. Где-то есть какой-то камин с инициалами. Да. А можно его посмотреть? Да, конечно. Будьте добры. О, слушай, ну-ка, Артём. Спасибо. Вот. Вот это вот, вот надпись. Вот оно что, Михалыч. Ты про вот это, да? Да. Короче, здесь... Ой, какой у тебя красивый почерк. А покажи почерк Артёму, он прям поэтический. Ну, поэт не дать, не взять. Правда, без пол-литра не разберешься, конечно. Вот, смотри. Да, вот. Видишь, в памяти о встрече осталась монограмма. Обнаружена во времена реставрации в 2019 году. Камень. Слушай, тут на самом деле дикая история. Ладно, я посижу, ты как-то лекцию почитай. Нет, тут на самом деле надо прям... Я же не зря это выписывал. Вообще не зря, я понимаю, что... Все сразу шашков понадергано. Оказывается, Оль жил в доме трех Бенуа, где еще жили кто у нас там, Шостакович, Рокассов, Говоров и прочее. В 15-16 годах в его квартире жила балерина Антонина Нестеровская, любовница Гавриила Комста. Что? Кто это такой, блин? Короче, он и познакомил Веру Каралли с Дмитрием Романовым. Не Романовичем, а Романовым. А вот Вера Ребята, Каралли... у кого бессонница, ну, вот о, этот боже вот кусочек, мой. Начинайте с него. Короче, ребятушки, вы надо... Вы очень хорошо заснете. Зачем мне эти записи, скажи, пожалуйста. Зачем мы час здесь находимся? На всякий случай, наш оператор уже успел раздеться, обосноваться здесь, разложить одежду, сделать как бы уборку своей одежды. Артём, продолжай. Продолжаем. Муж старшей дочери, фотограф Марии Федоровны. Все взаимно. Он пришел к ней в гости. Вывод какой? Наелся пирожных. Во всем виноват Оль. Давай так, мы с тобой все это дело подрежем. Ой, слушай. Не-не-не, Оля. Оля. Оля, да. Ой. Короче, это то самое место, где произошел заговор против Григория Распутина. Все остальное можно нафиг. Слушай, это дело... Артем, после этого нужно выпить, понимаешь? Без пол-литра точно не разберешься. Пол-литра не разберешься. А пол-литра и... мы с тобой настойки не осилим, поэтому я предлагаю нам с тобой это дело полирнуть коктейлем. Примерно в пол-литровой бутылке. Или ты в пол-литровой что, с ума банке. Сошел? Нет, слушай, на самом деле тебе это понравится по той причине, что там подают кровавую Мэри. На основе кровавой Мэри. И мы с тобой заходим сюда, чтобы кайфануть. Нет. Здрасте. Да. Да. Это уже специфический запах. Ну, такой своеобразный. Слушай, а нам бы куда-нибудь... А нам бы у окошка. Да? Или куда мы?
А, ну вот. Мы на самом деле недолго, мы найдем коктейль. Хорошо, спасибо. Так. Прошу вас. Так. Нормально? Нормально. Да. Бегаю почти каждый день. Я же работаю в Сене. Ты не поверишь, сколько раз я в гараж не приходил, мне все говорят, молодой человек, мест нет. Молодой человек, мест да нет. Да ладно. Честное слово. Я прям очень хотел одно время прям попасть туда, мне было прям интересно, но... Некрасиво с их стороны. Ну, что-то не срасталось. Возможно, чем-то не вышел. А ты уже на сцене? Короче, в чем концепт? Концепт в том, что все коктейли готовятся на основе кровавой мэри. Да, кровавой если можно сделать вот так. Томатный сок. Сударь, какой вы умеете выпить. Я здесь один разок все была, это было 100 лет назад. И Рили, вот очень классная подача этих кровавых мерь. Здесь можно взять и безалкогольную кровавую мерь. Это все будет томатный сок со специями. Что, безалкогольный? Самая фишка это сельдерей, который прям вот, ну вот так вот, как да, да. Камень. И тут прям вот сигнейчи. Здесь есть... Тум-ям! Здесь есть даже борщ, я тебе больше скажу. Есть уже даже хочу. Со вкусом борща. Пока сходите, я посмотрю меню. Давай, да, посмотрим. Ого, куда это вы? Сок, здесь итальянские томаты, собственно, о, да, у бабушки. Соусы, борчестеры и всему тому подобное. Классно. Это все в нем кровь густая. Жалко, что под замком, да? Нет, не жалко. А ты что будешь? Так, ну что, приветики. Приветики и вам. Мне том-ям. Том-ям, Мария. Пробовали уже ее? Нет. Это клевая, но острая история. Острого как-то. Да, острый. Хорошо. Острый цвет. А мне что-нибудь питкое, чтобы можно было пить и получать удовольствие. Хорошо, на томатной основе? Да, да, да. На томатной основе. Самое питкое – это Мичелада Диабло. Что? Мичелада Диабло, Мэри. Да. Там идет внутрь лагерь, текила на охлаждение, томатная основа. Наш Bloody Mix. Специями, соусами. Вкусно, наверное. Ну, звучит так, как будто я... Островато. Самое питкое, вот именно вот это слово, идеально подходит. Ходить потом можно? А? Ходить потом можно? Сейчас кайф. Да? Тогда так и сделаем. 100%. А что-то поедем? Нет, нет, мы наедимся этим. Спасибо, будем ждать. Я там меню. Тут еще одна очень крутая фишка в уборной. Причем одна уборная, ну такая по лайту, то есть ничего не замечаешь. А во второй тебя всегда поджидает сюрприз. Ну об этом ты не узнаешь, пока ее не посетишь. Там меня ожидает сюрприз? Ну что? Я помню правое. Пойдем в туалет. Камон. Так, ну вы давайте сами тогда. Уже второй раз, и мы без Артема куда-то идем. Не, правая. Кольчуга. То есть очень тяжелая. Ну уже страшно. Ну что, какой сюрприз? Корректируйте оба направления, полета струи. Уважайте мелочи. Там, по-моему, кто-то стоит, да? А, ну еще, блин, да все. Ну да мне страшно. А, смотри, короче, кассеты. И что, блин? Мне же теперь страшно нахрен. Тут кровь польется. Зачем оператор переводит просто так воду? Вот это типа кровью измазано? Или на меня сейчас что-то польется? Он уже нажат. Я его починила. Короче, сейчас... вообще, блин, так страшно, Артём! Как ты мог так со мной поступить? Слушай, вот это сюрприз, так сюрприз. Вот Артём, если может удивить, то вот может. Такого, такого мы никогда не видели. Да, у меня чуть разрыв сердца не случился. А... Ну вы испытали там это? Было священное нихуя. Да, серьезно? Да. Ни в одной из кабинок?
Нет, а что, там должна была кровь политься из... Я не хочу спойлерить. Вот по спойлере, то, что на нас никакая манна небесная не опустилась. Когда нажимаешь кнопку сигнального бачка, там начинает играть просто жесткий heavy metal и свет красный такой. Да. Может, это только на себя срабатывает? Давайте сюда. А это мне. Ничего себе, все-таки суп есть суп, да? Реально супец. Он холодный, правда. Он реально холодный. Ну, у меня тоже какая-то прям вообще фантастика. Ну что, Артем, по кровавому, так сказать, следу. Да. Что там, лагерь? Забористо, короче, это реально просто ледяной том-ям. Слушай, он с креветками. Блин, это пиво. Пиво дали? А у меня, блин, вообще, кровавый мэри с креветками. Вот так у тебя. Я тебе даже могу какой-нибудь дать. Ты же есть хотел. Нет, у меня тут есть помидорки. Нет, я нормально. Точно? У тебя вкусно? Давай я попробую твой, ты мой, по традиции. Ничего такое, но ты же просил питка, для меня питка это густой всегда. Блин, это реально, но мне мой это очень реально нравится. Да. Но это классно, потому что я люблю том ям. Это очень крутая штука. Mm-hmm. Говори, говори, так вкусно. На самом деле это очень опасная хрень. Тебе кажется, что ты просто супчик ешь, ребят, а как бы тут, ну, это же текила. Да? Или как или ну что, на водке, не понимаю, что это. Текилу добавляют в суп. У меня вроде текила. Потому что лайм. Я же супаду, ё-моё, после этих твоих шотов. Потом не, ну, нам пообещали, что мы с тобой будем ходить. Веселые, прекрасные. Всего доброго. Спасибо. Короче, Артём, я этим супом и наелась, и напилась. Просто, знаешь, два в одном. Это вот для мужчин. Если вы хотите сэкономить чуть-чуть, не знаете, куда на свидание повезти, чтобы не очень тратиться на еду, welcome. Bloody Mary. Bloody Mary. Да, здесь зайцы морковками не хрустят. Так, что происходит? Наверное, это сено, да, давай мы сейчас сено. Мы сейчас на гороховую завернем и приветим. У меня для тебя еще есть один маленький такой секретный. Что, опять сюрприз? Секрет навек. Давай, где? Пойдем сюда. Итак, заходим. У нас с правой, с левой стороны сохранили еще обогреватели. Балетки от 300, Артем. Прикинь. Мы с тобой сейчас здесь найдем носки недельки. Да, покажи, кстати, обогреватель обалденный. В кинотеатре Родина такая же. Наверх? В доме кино? Видела, да. Посмотри, какие элементы прекрасные сохранились. Змея, которая охраняет яйцо. С левой и с правой стороны у нас с тобой медузы-горгоны, которые... Мы находимся с тобой под эгидой, под защитой. Давай дальше. И здесь... Мы, конечно, под эгидой, но вот тут шмот неплохой. Да я вот и смотрю, что можем переодеться здесь. Ты немного не в тренде, понимаешь? Нужно вот такое носить. Ой, просто оазис спокойствия. А почему я не ношу вот такое? Вот вопрос. Ты не на то обращаешь внимание. Посмотри наверх. О, вау! Нет, очень круто на самом деле. О, боже, какой мужчина! Все готово. Давай, может, мы что-нибудь подберем? Давай, Артем. Просто ради интереса, знаешь, этот гидростиль. Тебе нравятся вот такие вот фиолетовые? Нет, нет, слушай, вот это прям... Артем, смотри, ты же у нас человек эстет, вот ты приходишь со мной. Ну, подбери мне что-нибудь. Что, сложно сестре подобрать? Давай посмотрим, что тебе под кепочку или под тапочки. Что угодно. Вот step forward. Не хочешь? Нет, шаг вперед мы с тобой делать не будем в этом модном направлении. Кстати, вот такой вот тип каблука сейчас, смотря какой фабрик, да, смотря какой фэшн. Смотря сколько details. Я пердовая. О, боже мой, да вы сегодня будете употреблять вот такие выражения, это прям вообще просто... Это зашквар полный. Это кринге и кринге. Минус реп.
Это минус вайб. А, минус вайб. Слушай, цены, ну, я вот хочу сказать, что за эту кофту 1400. О, боже мой, давайте. Ребят, дороговато. Уже дороговато. Где ушел гид по стилю наш? Не спрашивал. Мне, пожалуйста, кепку без козырька. Меня посмотрели как на... Слушай, а есть такие, да? Да. Ой, красиво, кстати, тебе очень. Я тебе говорю нормально? А мне не очень. Ну, да. Это, у меня почему-то брови встали наверх. Без знак, брови наверх черный. Поднялись. О, прикинь, есть все. А прикинь? Это а что ты с Адидасом не хочешь? Магазин. Почему не поддерживаешь? Ну, это прям маловато. I take you to the candy shop. Vibe. Артём, а ты умеешь подобрать одежду? Ну, вот с этим меня пустят в синагогу? Для себя, да. Платочек режиссёров. Что стоит? Давай попробуем. Сколько стоит? Нет, да. Эти бозоньки. Ты как на празднике каком-то. Вот это экстравагантно. О, вот эти цветы особенно. Подожди, что это? Смотри. Да. Блок снимай. Смотря какой фабрик. Вот это еще тебе резиночку. Нет, мы для себя снимаем блок по профсоборг. Ой, Айс, ты зря не ходишь в таком. Ютуберы, да? Да. Откуда вы приехали? Мы из Петербурга. А. Да, мы гиды по Петербургу, поэтому снимаем кровеческий да. блог. Артём, надо, да, ты бери. Да, я уж не знаю, как теперь с тобой ходить. Тут небезопасно. Кмо. Все же не шок. Сейчас в сено зайдешь, там все упадут. Да. Артем, ну что, это не только блядская надпись, вот честное слово. Вот очень хорошая, понимаешь, теперь даже молодость. Да, правда, так непонятно было, что резина со сколько. О, слушай, гороховая, какая пустая. Красота. Вообще. Это наша тема. Никогда такого не было. И вот опять градостроительство. И если лететь с вертолета, ты увидишь треугольник. А если еще брать во внимание, а мы идем направо, да. в пространство G47, откуда мы зайдем в стену. Соответственно, глядя на фонтан Адмиралтейства, он выглядит как глаз в треугольнике. Как что? Как глаз в треугольнике. И да, тебе как бы да, кажется, да, что да. это заговор масонов. Масоны действительно... Нет, масоны действительно приложили руку как бы, да, вообще к строительству Петербурга, и они были... Да вообще, начиная со времен Екатерины, заканчивая, грубо говоря, Николаем II, они были очень плотно завязаны на всех сферах, но именно вот эта тема, она как бы, это больше миф. Но об этом попозже, мы с тобой пришли куда? Мы с тобой пришли в сено, мы наконец-то с тобой, как собаки. А где здесь торгуют сеном? Я не знаю, ты расскажи, это твоя вотчина, на самом деле. Я ушел со своей территории, теперь могу спокойно отдать бразды правления тебе, рассказывай. Ну, Сену, просто на всякий случай, маленький ликбез, потому что в двух шагах станции метро Сенная площадь, и вообще историческое, панемическое место Сенная площадь, где торговали сеном, но не только сеном, а вообще всякой всячиной, но в том числе сеном. И там же было место публичных наказаний, где били женщину кнутом, крестьянку молодую. Вот эти все корпуса, которые сейчас очень облагорожены, это такой необработанный кирпич. Это, на самом деле, чего здесь столько не было. Начиная от стеклянных заводов каких-то, а в советское время, очень долгое время, мебельная фабрика. Но если бы мы с тобой пришли сюда еще в году 2000, давай так скажем, 18, там было ужасно. То есть это просто было такое... Что последние годы здесь? Да. В 19-м они начали делать вот тот дворик, мы сейчас туда зайдем. А потом они вот сюда немножко перебазировались. То есть это вот вообще совсем новизна. Слушай, я помню, здесь был офигенный мурал. Тут постоянно меняется, сейчас вот как бы нет. Печально. Наверху там сообщество в смысле, не знаю, если тебе будет видно. А там, ну на самом деле это и бар. И там проходят всякие просто лекции. Кооператив «Гараж», вот который, самый, ты говоришь, который что он классный. Ну, я тут не
знаю, каждый день почти бываю. Серьезно? Давай вот просто ради интереса. Ради интереса. А потом сказал, что когда бы он не пришел... Давай попробуем. А мы типа сейчас спросим, есть ли Александр, но мы уходим, да? Мы же не планировали здесь сидеть еще. Здрасте, а места есть у вас? Я тебе говорю. Артем, у тебя просто лицо не подходит. Да, так и скажите, что места. Самое популярное место. Хотя ты выглядишь вполне по-хипстерски. Да, и я мог бы находиться там. Но... Не, ну, учитывая, что сейчас лето, и поэтому сегодня выходной суббота, день. Вечер. Да. День, короче, день из новиночек. Я просто, знаете, каждый день отслеживаю, что здесь появляется. Вот эти качели это поставили вот буквально, это 2-3 дня назад. Серьезно? Ну, выходишь, да, прям иногда свежа? Чик, да, и качаешь, ну, со скрипом. Вот это вот, это... Это коза стояла в другом месте. Иван Матвиенко, скульптор, они постоянно переставляют концептуальные малые скульптуры, но мы их увидим и там еще с тобой. Слушай, вот с этой козой можно сделать прекрасную отсылку к Матильде Феликсовне. Да, потому что у нее была козочка, да? Только я, кстати, не знаю, как ее звали. А не была ли ее козочка... Ну, вряд ли Елизавета. Нет. А она, может быть, ее никак и не... Моя козочка... Я читала воспоминания Матильды Кшесинской. Так, ну, не Смиральда, она ли ее назвала? Смиральда — это балет, в котором танцевала. Понятно. И, соответственно, да, да, да. Короче... Обменялись... Бокс... Вот, смотри, это второй двор. Так. Видишь, мы зашли в G47. Почему он так называется? Ну, Гороховая 47, поэтому G47. А здесь... А может быть, это отсылка к Ленобласти? Артем, ты вот сейчас начинаешь очень глубоко, ты глубоко копаешь. Ты вот эти корпуса вот эти как раз-таки первые делались, когда здесь еще был ремонт. Здесь такой, здесь такая пыль столбом стояла, это просто надо было видеть. Здесь 2 года, здесь было просто ужасно. А сейчас, видишь, вот это буквы. Все. Сейчас здесь буквы. Буквы мифические. Собака. И ты перетекаешь в третий кластер. Вот этому красному коридору. Так. Тут очень часто... Это районы красных фонарей, на этом типа намёк. Типа того, да. Ну, это как бы апофеоз, потому что здесь ряд этих скульптур. Здесь проходит сейчас какой-то джазовый фестиваль, они сцену установили. Вау! Вот. Я думаю, здесь можно прям вписаться в атмосферу этого места. Мы впишемся с тобой. Маргойки открыли буквально, я даже не видела. Может, даже вчера его открыли. Нам надо что-то придумать. Придумаем, мы сейчас я скажу. Короче, на первом этаже рестораны, бары, второй этаж — это бутики с одеждой. Пойдем наверх. А бутики с одеждой. Мы просто оттуда сверху посмотрим на все это пространство. Давай ты в ритме, в ритме, в ритме. Артем в ритме, в ритме. А тут стоит. Вау. Вау. Давай. Хорошо стоит. Позитивно. Сверху неплохо. Не, все вообще классно с этим местом. Прям даже очень хорошо. Нареканий нет. Единственное, очень мало мест, где ты реально поесть можешь. Но вот это вот домашняя кухня, а все остальное это больше такая алкогольная история. Какая история? Алкогольная. Ну есть что такое специфическое? Смотри, неплохой бар — это Гугенхайм. Да. Причем там и закуски такие нормальные. Ну ты просто, знаешь, посидишь с коктейлем. А ценовая политика? А, выше средней. Плюс-минус как Блади Мэри, где мы сейчас были. Не, ну Блади Мэри — это демократичный. Ну и здесь, в принципе, как бы жить можно. Сопоставимо, да, примерно? Сопоставимо, да. А, напоминаю, был ты же, да, наверняка, в Бертгольд-центре, который на Гражданской. И вот это вот как бы оно, но увеличено. Там нравится Джейс Джоплин, прям вообще отрывается. Вот это вот в зеленом платье? Да, 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 прям. Ну да. Крутяк. Ну так, вот, пойдем, заскочим.
А знаешь еще что? Вот ресторан порно «Кухня», вот я увидела только, да, «Eat me», «Съешь меня». Ага. Там как бы в меню очень концептуальное название всего. То есть это такая беременная шпионка версия 2.0. Но версия 2.0 более такая, так скажем. Еще более привольная. Она привольная, но она приукрашенная и как бы вылизанная, сглаженная. Нет. А что ты так обрадовался? Ну что, Артём, пойдем спускаться? Так давай там кругочек сделаем. Давай. Это мы можем потом быстренько увеличить на скорости этот проход. Короче, нормально здесь стало летом. Слушай, да, неплохо. Обычно днем сюда приходишь, в будние дни. И никого нет, и скучно, и нет атмосферы. Когда здесь есть народ, Артём, меня, зная меня, ну как все сказать, я люблю, когда никого нет. Очень люблю. Мне вот никого нет, вообще спокойно выйдет. Мне бы еще хотелось, чтобы деревьев насадили побольше, но они вот такие вот в катках насадили. Не хватает зелени в центре. Ну вот и ресторан «Eat Me», о котором мы говорили. Да, но я, наверное, ознакомлюсь с меню. Мне просто интересно. Ну, давай, посмотрим. А вы сюда про меню, пожалуйста. Можно посмотреть? Спасибо. Так. Ну-ка, что, должен? Детский завтрак в постель, не сухой. Подожди, тут коктейли, видимо, так называются. Ну, просто прям очень все, да, миссионерское, я сказал. А коктейльную карту будете забрать? Где у вас прям интересное что-то? А, ну всего лишь вот так вот. Артём, меня обманули, извини. Нам после саквояжа беременной шпионки что? Зачем ты так много сказал фраз на 10 секунд? Это не было заклинание. Большое спасибо. Побила брата. Что у нас? У нас есть здесь все. Ну, хочешь, в Гугенхайм сходим. Есть еще изакая бар, сидрерия, белый сидр. Вот, мне так нравится вот этот гид прям вообще. Ну что, помнишь, Лав Спрингер? Да. Потому что в 2023 году Миша стоит свиток золота. Получил вот такую премию, как один из лучших культурных кластеров. Точнее, лучший культурный кластер города. Да. Кусок золота. Но они действительно в короткие сроки здесь очень много сделали. Yeah, очень приятное место провести вечерочек, прям что надо. Ну что, Гугенхайм, Артём? Да, пойдем. А мы можем с тобой вот здесь вот привстать, присесть. Так. Нам надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Да, что несмотря такое? На обилие народа на улице, да, мы с тобой присели, и вообще прекрасно. Но здесь все по классике. Что? Вообще очень подходит. Можно сделать двойное. Ну тогда водки тебе, Смирнов. Кальванос или кальванос? Ты вискарь, да? А вот тут есть, интересно, Old Fashion или Gimlet какой-нибудь? Да. Мне нравится Gimlet или Old Fashion. Тоже на вискаре или на бурбоне. Коктейль, Миша, да? А? Коктейль? Да. А, ты чистейший? А я бы чистым, да. Ну ты правильный. Трошный. Ну, Гугенхайм. А можно его закажем уже? Ага. Так, а мне еще потрясающая картинка.
Ты про... Ага, он Дарт Вейдер. Кстати, не они ли за Арт Вейдера, вот да. Слушай, ну здесь и Джокер, посмотри, в какой стилистике. Не-не-не, это определенно интересное место. Что? Давай завершать. Завершаем. Потому что мы сейчас с тобой... Да, у нас будет вечер впереди, чего, собственно, и вам желаем. А может быть и ночь? А у кого-то и ночь, смотря, ночь. Да, у нас сегодня самое-самое... Ну, а сегодня солнцестояние, сегодня стоит солнце. Самая короткая ночь, нет, длинная. Или короткая? Самая короткая. Короткая, да. Вот такая, вровень с первым делением. Да, вот. Понимаешь, вот Сенная площадь, это ведь было такое местечко. Здесь свой гений места зависит, да? Да? Да, здесь вот таких мест не было. И это первый кластер, который здесь открылся. Слушай, сколько думаю... сюда натекло сразу людей. Ну да. Нет, место скажи, постоянно что? Здесь притягивает. Здесь прям действительно какая-то атмосфера царит. Я думаю, нам с тобой стоит сделать еще проходку по каким-то дворикам. Можно по дворикам. По дворикам. Посмотреть, поговорить про Вяземскую лавру. Можно по подворьям. Нет, по подворью. Ежели мы в Вяземскую лавру с тобой зайдем. Да, вяжемся в Вяземскую лавру. Боюсь, что мы оттуда не выйдем. А что там сейчас? Я тебе еще про свою редиску не рассказал. Расскажи мне про свою редиску. Вот такая лохматова выросла. Вот такая! Нет, серьезно, ботва охренительная и прям... Артём, так ты себя еще никогда не рекламировал. Тебе мало туристов, сейчас тебе девушки начнут записываться. Я же не буду приносить вредиски на эти. Да, ну, а они хотели. Пучок вредиски. Вот с такой ботвой. Ты редис садишь? А, нет, нет. У меня есть кому сажать редис. Специальные люди для посадки редиса. Должны быть редис. У каждого человека. Так, ну мы с тобой как-то углубляемся. Ну, ты его как бы такой сел, супчик есть, и прям вот настругал себе редис. Из земли. Чпок. Чпок. Да, ботву. Чпок. Да, редисочку помыл, хвостик отбелил, напополам разрезал. Маслечко сливочного положил в серединочку, закрыл. Сливочное? Да. Это извращение. Это прям очень...